Ну что, мотор пошел? Полетели. Здравствуйте, ребята, мы снова в Клавис Хаусе, и с нами сегодня новоиспеченный Клавис Ганговец Роман Геннадьевич Парыгин. Здрасте. Здрасте. Клавис Ганг. Ром, как дела вообще? Бывало и похуже. Нет, сейчас очень хорошо. О, вот такие дела. А мы сегодня сделаем освежающий, холодный чай. Безалкогольный, но трансформирующийся в алкогольный. Давай, берем, значит, сюда. У нас есть кувшин. Так, цитрусовые, закидывай. Все. Все закидывай. Много как. Прям, опа. И чуть-чуть апельсинчика. Все закидываем. Так. Закинули. Теперь берем. Мы возьмем тропический вкус. Клавис, манго, маракуйя, кокос. Открываем. Жалко. Нет, у тебя есть целая. Лей. Стопе. Ну, можно еще чуть-чуть. Давай, чуть-чуть я. Плюх. Итак, значит, берем теперь лед. Мне все время казалось, что лед в коктейлях – это чтобы разбавлять бухло. Нет, чтобы охлаждать бухло. А у нас тут еще и безалкогольное все. Так, закинули, ага. И теперь берем холодный зеленый чай, который немножко теплый еще, но ничего страшного, и доливаем. Ишь ты. Опа. Угу. Так, размешиваем ложкой. Ага. Значит, у нас готов холодный тропический чай. Что нам нужно для этого теперь? Бокальчик. Так. Раз. Надо два бокальчика. Надо два. Пусть дегустируют. Раз. Два. Так, теперь... Дегустация туда. Главное, дегустаторы. И после того, как вы попьете... Ну что? Вкусно! А нам с папой удочки. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль.